В Ореховозуйском отделе ЗАГС прошла торжественная церемония вручения паспортов. Уже через несколько минут эти юные жители нашего округа получат документ, удостоверяющий личность, путевку «Большую жизнь», которую нужно пройти достойно. Яркий пример – почетный гость церемонии Петр Мельников, представитель совсем другого поколения, посвятивший свою жизнь службе Родине в космических войсках, удостоен почетного звания «Ветеран вооруженных сил СССР». Я хотел бы поздравить от всего сердца молодых людей, современной молодежи, и надеюсь, что они возьмут от нашего поколения все лучшее для возвеличивания своего отчего дома, нашу Родину, Российскую Федерацию. На этот раз паспорта вручили 20 школьникам. 14 им исполнилось в феврале.